Ценностной защиты. Я думаю, играл Шлехтер, между прочим, тоже претендент на шахматную корону. Играл матч с Ласкером и не сумел у него выиграть, и не стал чемпионом мира. Хотя за партию до конца имел лишнее очко. Если последнюю партию не проиграл бы, то становится чемпионом мира. Очень забавная партия. Но тоже короткая. c4, c6, конь f3, слон f5. Это славянская защита. Если черные не сыграли e6, а сыграли c6 после d2, d4, d7, d5, то такой дебют обычно называется славянской защитой. Перед b3, когда сыграли, перед b6, готовы на размен ферзей, просить позицию, добиться, может быть, ничьей. Черный выиграл мастер первый такой. Это была партия, сыгранная, впрочем, 100 лет назад, Берлин, 1911 год. Почти даже больше 100 лет. Но здесь последовал ЦД. Каждая сторона ждет, пока другая разменяет ферзей, чтобы открыть линию, поэтому никто не торопится. Черный сыграет ЦД. И все-таки черные не выдержали. Нет, подожди. Поставь на место последний ход. Черные не выдержали. Можно побить здесь просто на Б1, например, изменяться. Но черные не выдержали, решили побить, изменяться с ферзей. И побили на Б3. Последовало АБ. И здесь они побили на Б1, решили разбить еще одну фигуру на Б1. Ну, кажется, что если сейчас белые побьют на Б1, черные возьмут на Д5, ну, будет уже почти близко такое окончание, было интересно, и близко ничья. Но здесь последовал неожиданный ход, только найдите его со стороны белых. То есть белые не взяли слона на Б1, а сделали то, что в шахматах называется промежуточный ход. Да. Они сыграли ДС. Но кажется, что это ход слабый из-за слона Е4. То есть белые остались без фигуры. Но... А это тоже не опасно, потому что конь просто выйдет и все. Здесь последовал еще один эффект назад. О, видите, как красиво. Белые сначала отдали фигуру, играть ее уже не могут, вместо того, чтобы ее отыграть, они отдают еще на ладью. Понимаете, что происходит, нет? Ага. Он ест ладью, потом пешка идет. Если ладья не ест ладью, тогда белый съест сама ладью, и у черного будет плохо. Поэтому что, приходится бить ладьей? И тогда следующий висящий ход какой? Пешка вперед. С7. То есть, если вы посмотрите, в данный момент у черных лишние ладья и лишний конь. Две фигуры лишние. Тем не менее, не так просто белые стоят, берут коня и получают фест лишний. А конь не может выйти, потому что С8 фест. И нечего делать, то есть сразу черные, конечно, сдались. То есть, имея